Всем привет, это продолжение моей партии командного турнира 2 на 2. Я играю в паре с игроком под ником 12G. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Всегда интереснее смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного просмотра. Он еще лес сам рубит для меня. Так, ну у него три города осталось. Он у меня Муанг, Савуанг захватил. Имей в виду. Я понял, Лёш. Ну, скорее всего, я сейчас заберу австрияка, и будет у нас дуэлька Сириуса. То есть мы никак с ним не надуэлимся. Хотелось бы, чтобы ты австрияка раньше забрал, чем меня заберут. Ну, ты видишь, Лёш, у тебя там большая территория, у него тут сейчас 3 клетки прохода. Да. Может, мне кого поселенца строить и плыть к тебе, где-нибудь ставить город вот за эти, за горами вот этими. Вон у крабов там можно попробовать. Будешь мне науку давать дополнительно. У крабов? Где крабы? А, так вон это территория выше. Австрийца. Нет, я имел в виду вот справа от Фицаналока, вот там где-нибудь. Да, он, понимаешь, Сириус тебя заберет и с Килиманджаро побежит по холмам ко мне. В этом проблема. Так да. Что ты как можно дольше там. Вообще прикол, все три чуда как бы им достались, получается. Нечестно. Но одно у меня. Ну да. Но ты его добыл с боем. Это немножко другое. Подожди, а Зальцбург-то вообще без люкса был? Я только сейчас обратил внимание. Ну да, он ради чуда, походу, ставил.
Ну так что, как думаешь, мне поселенцев клепать или армию все-таки воевать тут стараться? Ну я вот у него не так сейчас много армии вижу. Лучше строй армию, Леш. Выигрывай время для ну, меня. Я теперь. Последний. Я последний. Ты можешь по армии. Потом построить это. Плюс, если что, я тебе смогу потом один город отдать. Кстати, да. Как вариант. Собственно, как и Сириус может Вайперу один город отдать. Как бы счастье разгрузить. Потому что у тебя изначально же 9 части есть. Да. Ну, ты понял. Ну, вообще, как бы, по-моему, у тебя место получше, чем у нас. Ну, то есть у вас с австрийцем получше. Да, я не спорю. Просто нужно мне хотя бы одновременно с Сириусом, забрать австрияка. Интересно, у австрийца последняя армия. Но я не сильно его опережаю. Буду честен. А ты меткалуком своим уже походил у меня? Может, ты мне его подаришь, чтобы... Куда стрельнуть, я думаю? Стрельни по меткалуку, который справа от твоего, да. Я его убью коняшкой. Слушай, у меня еще два генерала есть. Я так думаю, что мне не стоит тут как-то пытаться
крепости ставить, а вот попытаться их к тебе провести имеет смысл. Генералов провести ко мне? Да. Ну, попробуй. Ну, оптику мы сейчас точно подкрывать не пойдем, тебе нужно так-то обойти. Ну да, по земле. Своим Не, ходом. Так я даже не собирался плыть, там триремы плавают вообще-то, американские. Так, смотрю, уже и град спадает, да? Ну ты видишь, у него армия маленькая. Ну, судя по всему, вот эти три меткалука это все, что у него есть. Потому что у меня два меткалука, два коня и две коляски. И все это еще коцанное. Так, висит что-то. Большой пинг с Сириусом. 5 секунд. Вижу. 7. Отвалился. Так, ну я в принципе могу. А нет, не могу я ничем. Не могу. Ты можешь чем-нибудь от этого? Я откачу, да. Угу. А нет, вот у меня есть один рабочий, если чё. Не, Лёш, ты не откатывай, я сам откачу. У меня есть юниты. Ладно, я тогда рабочих от Фисанолока и Лампанга точно к тебе поведу. Пока не буду тебе отдавать, но хотя бы что-нибудь пообрабатываю там тебе. Потому что они у меня стоят уже просто в защите.
и ничего не делают. А вот генерал... Слушай, а если я смогу... А если тебе город свой передам, ты его сможешь сжечь? Мне кажется, нет. То, что мы союзники. Или сможешь? Гондор-то мне вообще плохо. Ну, вообще, не нужен. Вообще-то в правилах конкретно написано, что ты можешь передавать города только для того, чтобы их сжечь. То есть я вспомнил... Да, подожди. Да, именно. То есть я не могу тебе город передать? Mm-mm. Но вот именно для того, чтобы сжечь... Сейчас я уточню, я просто вспомнил об этом. Сейчас я гляну еще раз, конечно. Давай, глянь. Ну, то я бы Гондор тебе отдал, ты бы его сжег, я бы в Зальцбурге построил. А не, нет, смогу чеченицу там бахнуть. Не чеченицу, а Мачу-Пикчу. Вообще, как только я его город забираю, мы открываем гильдии на следующий ход, скорее всего. Я строю. Ага, захваченный город можно передать лишь один раз и только тогда, когда восстановятся все очки здоровья. Поставленные же города можно передавать только для сжигания. То есть, я понял. Ты можешь мне австрийца города передать? И они могут у меня остаться. А Гондор только для сжигания, ну, собственно, как ты и хочешь. Ну, в принципе, да, так и можно поступить. Я тебе отдам его столицу, Грац отдам. Могу даже столицу отдать, ты не будет своя вера. Слышишь, столицу ты не сможешь. Капать. Столицу не сможешь отдать. Подожди, столицу не смогу даже передать? По-моему, не передает. Я, правда, не уверен насчет командных игр, честно говоря. Ну, кстати, ну да, в обычной нельзя. Подожди. А в обычной тоже разве нельзя? Передать столицу вражескую. В обычной то... ФФА точно нельзя, потому что это как бы условия победы. В ФФА точно столицы не передаются. Ну хотя, блин, надо проверить. Но у меня какое-то такое память, что типа столицы не передаются. Ну, что-то может, я вот скорее, такое может, помню. Скорее всего, ты прав. Ну проверим, что я захочу у него столицу и посмотрим. Я еще, скорее всего, не знаю, вот брать мореплавание ради молотков. Можно. У тебя три города на море. Или лучше честь, потому что мне Сириусом потом придется. Вообще лучше честь, наверное, лучше честь. Или даже какую-нибудь коммерцию, потому что сейчас... У тебя с молотками, в принципе, нормально же, правильно? Ну да. А там... Это потому, что а в чести будет есть на молотки к... Генерал есть. Ну, на молотки от на юнитов. Да, в Циви, конечно, партии длятся долго, а вот в глобальной космической стратегии consolewar.ru еще дольше, месяцами. Правда, там, конечно, не надо постоянно находиться в игре, и ваше время расходуется более экономно. Кстати, по игровым событиям рисуются и выпускаются комиксы. События в игре влияют на сюжеты комиксов и наоборот. Так что заходите на сайт consolewar.ru и участвуйте в игре, ссылка в описании. Не забудьте указать секретную фразу «Лёша играет» и получить бонусы. Блин, он меня торговые пути грабит. Блин. Что? Ну, хотя ладно. Да тут у меня юнита убили, который Лалибеллу защищал. Варвары? Ага. Ладно, там рабочий недалеко, он починит потом. Так, ну ты мне перестал вино давать, хотя, наверное. Давай. Согласись на вино и дай мне лошадей. Бери сколько надо. Тебе они не нужны, две возьму, это достаточно.
Ну смотри, от Граца как раз очень просторно все проходится. Как раз все на открытая местность такая. Блин, что-то я рабочего, посмотри, подставил внизу в лагерь. Где внизу? Градский. А, вижу, вижу. Гильдии на следующий. И где строить Мачу-Пикчу? Вопрос. Вопрос из бронхов. А, ну у тебя только Гондор получается. Ну, либо еще в Граце можно. Так ведь? Можно в Граце. А, они вышли в Средневековье. Ну, класс. Ну, у нас, правда, следующий ход. Потому что они у тебя городов наломали. У нас, правда, следующий ход. 300. Ну, в гильдии, да? Ну, правда, американцу вообще негде. А, в Бостоне может построить. В Бостоне. Ну, австриец... Мне кажется, он честь взял для тебя. В смысле, честь взял для меня? Ну, честь... не честь, в смысле, а это от генерала. У меня-то свой инженер родился. А, ну да, да. Не, у них нету инженера своего, да? Блин, походил неправильно. А хотя нет, не так, важно. Так, не отвлекайся, сосредоточься. Но если я буду матч в Гондоле строить, то я его сжигать точно не собираюсь. Ну то да. Есть он мне а у тебя есть какие-то варианты еще? Ну еще есть Грац. Да в Вене, наверное, в Граце да можно. Но Грац я аннексировать пока не хочу. Так, он мне стал столицу обстреливать. Арбалеты выбери. Они выбраны, только науки нет у нас. Кстати, американец мне просто караваны пограбил. Поэтому у него деньги появились и появилась наука. Два, правда, и каравана. Он забирает еще. Ну, да. Ну чё, в Гондоле, наверное, бахну. Или можно в Зальбурге? Нет, в Зальбурге нельзя.
Но придется в Гондоре. Ну это куча денег. Я считаю, что это надо. У тебя сейчас сколько? Минус 59, да? Не сильно, я думаю, прибавится пока что. У меня рынки-то не стоят, если что. Так это плюс 25% от соединения городов дорогами. Тут рынки вообще ни при чем. Ну и я к тому, что денег у меня пока... У меня 23 идет от торговых путей. Значит, будет сверху плюс 7. Не, где-то плюс 5 еще станет. Ну... Эх, надо было тебе генералов вести. Сразу. Быстро он кликает. О, там вон город. Ну, его заберем тогда. Ну, это последние два города, я так понимаю. Австрийцы, Линц и Вена, все. Слушай, ну тупо. Я прям... Меня так расстраивает, как бы ты играешь в дуэльку, а не в командную игру по-хорошему. Тут нету командной я игры. Я согласен с тобой. Ну, это какой-то тупизнай. Я записывался на командный турнир, играю в дуэльку. Второй раз уже. Второй раз. Надо просто убрать все эти, все карты, которые не к командным относятся. Проблема в том, что он Сириус будет очень близко к машиностроению. Потому что деньги у него есть. Сейчас он еще города у тебя. Я сейчас поставлю города прямо на проходе к тебе. Два города поставлю вот, чтобы ему было сложно их еще взять. И это... Не забывай, что тебе надо на один город меньше, чем у него. У тебя будет плюс 20% к силе. Не ставь... Не имей больше городов, чем Сириус. Ну, города этого Остряка я могу тебе отдать, правильно же? Да. Еще раз. Да. Я тебе могу их отдать, все да. Отлично. В любом... А, ну вот он, отхилится как раз. Столица пала. Ну ему еще остальные города нужно взять твои. Ну да. Так, я тут кадры привел одного рабочего, что тебе обрабатывать? В принципе-то нечего, как ты видишь. Ну, вино ну, там добавилось. Так я могу фермы построить на этих равнинных лугах, или тебе нафиг надо? Нет, там вон у Адвы справа лес есть, там можно лесопилку сделать, потом у Лалибелы вино обработать. А у меня-то, кстати, с пирамидами рабочие, они будут быстрее. Может, тебе проще мне отдать? Нет, так это ты деньги будешь тратить, зачем? У меня уже no science минус 14.
Интересно, насколько ты Сириуса по производству опережаешь. Ну так-то ты вообще весь по всему первый. Можно легко проверить. Жителей убрать просто. Да не занимайся. Плюс у меня ты еще настроение минус 5. Да, ты на войне сконцентрируйся. Да я походил уж всем тут. Я просто машиной еду такой. Врум-врум. Сириус уже не обязательно идти, он может спокойно дефать тут все. А если он по науке будет идти ровно со мной до самолетов, то тут будет это плохо. Я уже просто недавно тут FFA с ним играл, и мы тоже залюбились на самолетах, он за Америку играл. Это имбовые самолеты. Ну, линз на следующий забираю. Ну вот, почему вот, например, мне не появиться на месте австрийца, а австрийца на моем месте? И была бы нормальная командная игра 2 на 2. Ну или, например, тебе поменяться местами с Сириусом. Нет. О, так у него там краба обработанный есть. Хорошо. Я библиотеку построю, философию возьму. Давай. Так думаю. Блин, стоит ли мне какие-нибудь вообще принимать тут? У меня социальная политика доступна. У меня тоже, я вот думаю. Зачем мне эта честь? Я не думаю, что Сириус пойдет после этого на меня. Хотя, если он в арбалета, конечно, выйдет быстро сейчас, то вот, скорее всего, пойдет. Но мне эта честь тоже не нужна вот вообще. Но у него уже одна честь принята. У него? Ну, в смысле... Да. О, нифига. Ладно, не будем рисковать, взял честь. Я, пожалуй, тоже возьму честь, не помешает. Если чего, отбиваться. Ну что, вена осталась, да? Она самая. Да. Странно, почему Сириус не хочет ему города какие-нибудь дать. Так отдаст позже, наверное. Когда позже? Ты берешь Вену и все. Ну, я ее хода через 2-3 только заберу. Ну, конечно, забавная партия получается, но это не командная игра. Ты все равно, что знаешь, FIFA на четверых, где вот на двое разделено обычно. Сириус и минус. Лагерь слева от Адвы появился.
Сириуса много денег, а он в арбалеты может быстро выйти, блин, ну что да. с ним делать? Я не понимаю, почему у него больше денег, чем у тебя, хотя ты тоже захватываешь города. Он караваны грабил? Ну, он два то только разграбил. Я не так много городов два. Хотя... Может, он дань собрал, сходил, кстати. Вот у Ватикана как раз. Я потом вернусь к Манзаконгу, там заберу. И он забрал только два города пока у меня. Только два. А ты уже три. Ну, правда, столицу, конечно, но... Все равно. Ну, кстати, Гондор, сколько тебе вот Мачу-Пикчу дал, сколько ты сейчас получаешь с этих соединений? 28. Немного. Да, видишь, правильно, что ты пошел на стрит. Единственное, что надо было быстрее это все-таки делать. Там, извини. Там у него... Не, ну, раньше надо было там с колясками вот это строить. У него все-таки хуже ему было подходить. Я думаю, ты бы быстрее Зальцбург взял. Он ведь сам хотел идти, ты видел? Он выскочил копьем, лучником. Ну он да. Он пошел в ответку. Да. Это странно. Что он сам хотел идти? Нет, все правильно. Если бы он этот перешейк занял, то мне бы тяжело самому было. Я туда смог протиснуться только потому, что у меня больше было армии. Ну чё, когда вена падает? Не скоро, мне нужно подойти, видишь? Там 20 защиты, нужно, ну, юнита подвести просто, это долго. Ну, американец первый по идее. И первый по солдатам. Ну, первый по идее, потому что у него счастья больше, наверное. Хотя не факт. А сколько у тебя? Минус 5 сейчас. У него минус 1. Ну да. Софию с Библы. У меня в Гондоре достраивается библиотека, я смогу строить нацик. И вот благодаря этому ворбу выйти. Подожди, подожди. Я только сейчас надел наушники. Я услышал ворбу выйти. Философию открою с Библы и построю нацик. Хотя он у меня сколько стоить-то будет по молоткам? Я его, наверное, ходов 20 буду строить. Короче, захвачу Вену. Давай подумаем, что тебе отдавать сразу. Могу Грац, Линц, Вену, собственно, отдать. А ты уверен, что мне, что мне надо отдавать? То есть ты думаешь, это хорошая идея? Ну, давай подумаем. Я не знаю даже. Ну, в принципе, вот смотри, ты вот как, так скажем, игрок, у тебя есть какие-то бонусы, которые... Ну, в плане вот институтов тех же. Ты с институтов получаешь бонусы. Блин, ладно. Не знаю. Ну, я, ну например, я смогу... Да, я, например, смогу нацколледж построить, да? Ну да, допустим. Плюс мне сейчас будет легче без этих городов поднимать себя дальше. Я тебе, конечно, тут все построю сам, наверное, рабочими своими.
Вон, Монг Сванг отдал уже в стрелку. Да, я вижу. Ну, 455 уже. Он точно с Ватикана брал дань? Ну, берет дань. Еще сифи. Да, почему бы тебе тем же не заняться? Мне надо забрать сначала. У меня армия как бы не рядом с ГГшками находится. Тем более я забирать буду хода 2-3 еще. Кстати, ты мне вену сразу... А ты здание продаешь? Да. Ты мне, кстати, сразу вену не сможешь передать. Потому что там надо, чтобы все очки здоровья восстановились. Да, я помню. В Грац уже могу. Зальцбург уже могу отдать. То есть, грубо говоря, мы вот таким странным макаром с австрийцем местами и поменяемся. Ты мне отдашь города австрийца, а у австрийца будут мои города. Не понял. Они зря в чудеса? Я не зря в чудеса. А, ты не зря в чудеса. Мне пирамиды сильно помогли, плюс Артемида сейчас поможет. Десять несчастья. Ну, передавай мне какой-нибудь город. Давай тебе тогда град с линцем, наверное, отдам. Кстати, сразу. Проверь, вена передается, только ты мне не передавай, типа, это по правилам нельзя, просто проверить. Вену не могу. Ну, я же тебе говорю, что столица не передает. А дорога через твою территорию мои города будет связывать? Будет. Давай три сразу тебе дам тогда или не надо? Че думаешь? Как хочешь. А какой только какие ты мне дашь? Зальцбург, Грац и Линц? Грац и Линц, да. Ты уверен, что... Гондоля себе оставлю с чудом. А ты попытаешься сейчас нацколледж построить, типа, да? Я могу и без этого строить, они же не аннексированы пока. Ага, ну да. Я и без этого могу. Ладно, давай, меня не выкинет, надеюсь, сейчас. Ну, не должно же, правильно? Не должно. Это и будет красиво выглядеть. Бах. И чудо ты забрал. Чудо обязательно обрабатываю, тебе религия нужна, вера. Счастья только больше особо не стало. А, не, у тебя еще суда. А, у меня тоже суд. Ты, подожди, ты их аннексировал все или нет? Да. Но они все сейчас будут в резистансе. Я не могу дорогу удалить, которая на твоей территории. Ну, логично. Теперь только я это смогу сделать. Он еще Мбанзу сюзить успел. Когда?
Как он это делает? Не знаю, Демон. а я каким-то образом Ватикан засоюзил. Ну это норм. Да, только у Ватикана только один юнит, и все. Который он забрал. Ну, теперь тебе надо ввести, да, и дань собирать. Блин, а где еще... Сколько вообще ГГшек? 6 должно быть или сколько? 4. 4? А, то есть это все? Это все. Слушай, я вот думаю, так ставить мне этот город справа от Фицена... Фиценулока. Видишь, мне там... А он сейчас пойдет туда сам. Вообще я хотел там поставить, ну, типа... Так... Ставить. Может, ты поставишь выше Харера на крабы? Что-нибудь такое. Там бананы будут, у тебя речка. То есть мы отдадим это место американцу, да? Ну, а твой город как-то поможет? Ну, у него только одна клетка будет нападать. Или ты думаешь, он еще снизу придет? Ты хочешь справа где-то здесь поставить? Нет, я хочу вот там, где у меня сейчас стоит поселенец, вот там поставить, прям конкретно. Ну, чтобы его остановить, можно. Давай. Чтобы он тут бодался. Ну, прийти-то снизу он, конечно, придет. У него там, это, Килиманджаро же. Ему туда не составит. Блин, вот чем мне не нравится расцветка эфиопов, что не очень видно, где варвары, да. Слева от Адвы из лагеря топорщик Я вижу. вышел. Я вижу. А что Ифи у тебя просит для того, чтобы засоюзить его? Цитрусовые и религию. Религию легко, а цитрусовые нет. Цитрусовые нелегко. Веди этих рабочих к своим городам туда. Так я и веду. Не знаю, кто там метатель топоров обстреливает? Может, это Сириус?
Конечно, Сириус, кто еще? Ну, либо Ифи какой-то, юнит Ифи. Чё-то не верил, что это Ифи. Мне кажется, Сириус. Нет, Ифи. Это хорошо. Трирема сверху проплыла. Америка... Слева от компаньенг Фета проплыла Трирема. Своей Триремой вверх. Вот. Я тут встану. Вот она выше через... Вот там, где ты не видишь, вот там, собственно, Трирема и стоит. Ну, я понял. Так, ну он Ифи засадил. Блин, ну как они это делают? Ну хотя понятно, конечно. Ну, Ифи был их другом давно. Квест ты избил мне. Денег у него еще много. Ну там машиностроение сейчас будет уже. А где твой нацку? Ага, строится. Я тебе в линце рабочего отдам, там дорогу удали сам. Окей. Ну, две только, три штуки, вышельки, наверное. Угу. У тебя сейчас Ифи захватит рабочего, да? Кстати, да. Жаль. Что у меня плюс 12 счастья вообще. Хорошо. Не захватило. Пожалели. Так может тебе какое счастье дать? Можно. Можно. У меня два, кстати. Имейте крабы, я могу тебе все это дать. Посмотри, что тебе надо. Мрамор цитрусовый. Да неважно, давай что-нибудь. Можешь одно дать, можешь два. Я тебе на оба дам. Я чё, кстати, я вспомнил-то, почему это надо тебя оставить-то было. Слоны. А. Ну, я тут такой сейчас игрок, конечно, со слонами. Да неважно, города просто расти. Ну, тут лесопилочку он подогнал. Отлично. Ладно, рабочих на фронт повел. О, этот сжигает. Ну, у них там типа слишком много городов. Чего пишет? Забавная игра с переездом. Это да. Это ты вот Рему атакуешь или он? Я сейчас глупость неправильно сходил, блин. Поплатиться бы за это. Он сходил на три клетки назад, если не ошибаюсь. У него есть еще ход. Да. Если он сейчас сходит вправо и потом пробежит, будет очень плохо. Да. Может, ты трирему какую-то построишь? Мне нужно построишь? Было вправо атаковать. Да не, сейчас... Блин, я тоже затупил, я мог меткалуком выйти его обстрелять. Да не, ладно, у него хила нет. Ему нужно, ну...
Почему нет? Может и есть. Он только что хилился. У него там сейчас должно быть 14 опыта, если не ошибаюсь. Ну тогда я меткалуком выйду и его обстреляю. Давай, если успеешь. Ну, в начале следующего хода. Так он перекликает просто, может. Он может еще сейчас сходить, если я все правильно знаю. Он 3 хода сделал. Да, походил. Слушай, он прям под город встал. Ну, это плохо для него. То есть я прям даже буду сразу стрелять. Давай, и ты сразу атакуй его триремой. Хорошо. А этот же пагоды забрал, да? Тебе нужно пагоды будет построить, потом я тебя переобращу тогда. Окей, кстати, у меня куча уже веры, в принципе, я могу пагоды уже строить. Да-да-да, строй, конечно. Потом я тебя переобращу, будет у тебя промочка. Атакуй. А, блин. Вот он, да, фасткликер, а. Ну, ты тоже не успел, ну. Так что ладно. Фасткликер. Да, могу пагоды. 2 штучки прям даже. Ифи сейчас на железо вставала и не разграбила, убежал просто. Ну, он такой, типа... Кстати, сиамский лучник идет. Типа, вон американский сверху. Да, американский, я и говорю. Он, видимо, не хочет... Жаль, что ты генерала не сможешь все-таки мне довести. Уверен, может, и смогу. Если ты тоже поведешь вверх юниты свои, как-то будешь там мешать ему. Я побережку. Так я вот бегу. У меня как бы 2 юнита есть. Блин, может сейф попросить? Зачем? А, да нет. Ну тут надолго. На смотрите, что на пшенице я нашел в Вене. И что, это он великого торговца посадил? Видимо. Там с Галикарнаса у него накапало, видимо. Вот откуда у меня деньги-то? У меня тут на пшенице, на мехах жители сидят. А, так вот откуда у американца деньги еще. Подожди, торговец-то один. Галикарнас. Галикарнас. Он строил... Это же на всех работает в команде. Он, да? Ставил крепости и получал сотку. На всех? Да. Ты уверен, Леша? Да. А, подожди, Артемида на тебя работает? Сейчас посмотри. Нет, Артемида, по-моему, нет. А вот Галикарнас, да. Так, сейчас... Так, а как бы мне эту Артемиду посмотреть? Как-то понять вообще? На еду... Посмотри, там 15% должно быть. Нет, у меня нету 15%. Знаешь что, по-моему, она работала... Сейчас я попробую меткалука построить. Не, он 10 дает. Там написано влияние разных игроков. Не знаю на английском, как оно должно звучать. Нет, тут ничего нету дополнительно. К еде. Артемида нет. Точно стены работают. Точно эти... Ну, Галикарнас, по-моему, тоже работал. Я, конечно, не буду. Можно спросить у них просто. Сейчас спрошу тогда. Ну, или ты спроси. Ну, значит, нет. Вроде нет. Значит, нет. Ну, смотри, например, австриец против тебя ставил крепости. То есть точно, когда он ставил крепость, ему эти 100 дали. Он получал, да. Он 2 крепости всего поставил. Кстати, у меня по деньгам уже все хорошо.
А, они все еще не открыли машиностроение. Почему? Не знаю, может, науки нету. А философию они открыли. Да ну, ладно. Мне кажется, они на развитие хотят дальше сейчас играть. Мне кажется, не пойдут дальше тогда. Ну тут... Арбалеты на один ход оставим тогда всего, наверное. Да, так пошли тогда в эти, в мастерские. Давай, пошли. Или, может, лучше в универ какие-нибудь? Не, не. Ладно, давай мастерские. Сначала мастерские, потом универы. Он бежит ко мне уже. Кстати, ты мне Вену можешь уже отдать. Я не мог ее отдать. А, да? Не, подожди, ну он Сукатай же отдал как-то, американец. Так, окей, сейчас посмотрю еще, может, не заметил. Вон идет он своими этими. Ой, блин, я тупо, я не ту дорогу разграбил. Как можно быть таким дебилом? Да, могу Вену отдать. Ну. Надо? Давай, давай, почему нет? А, они открыли арбу и... Подожди. А, нет, это же ты город... Я город тебе отдал. Я смотрю, все дешевле стал, думаю, что случилось. Вообще у Сильюса есть деньги. Если сейчас они выйдут в арбу, то он все прапает это. Ну, не все, а сколько там... Ну, даже на 3, если хватит, это уже много. Давай все-таки в арбалеты пойдем сейчас. Не беспокойся, слушай, ну он выйдет в арбу, ему прикинь, ему идти надо, у тебя тут армия стоит. Ему не так долго идти, он с Килиманджаро, он тут дорогу проведет и раз-раз уже здесь. По моим холмам тоже тут скакать будет. Ну иди, я меня все равно no science, то есть я тебе все равно ничем не помогу. Ну окей. Ты тут сам выбираешь. Так, а что там эта религия австрийца, кроме пагод, дает? А, плюс 2. Пагоды и веру. Плюс 4 веры, да. Ну, деньги ты не получаешь, но веру получаешь. Ну, австриец получает. Это да. Забавно, что там моя религия вовсю распространяется. А у меня же ну, какая-то фигня, по-моему, нет? А, мечети. Я взял мечети, чтобы они им не достались, прикинь. Нормально вообще? Уж придумали. Да. И еще плюс 20% у него к силе, между прочим. Около... Не, он не должен его получать. Около тех городов будет получать. Так ты должен получать, основатель. И он тоже будет получать. Около своих городов он это будет получать. Потому что они дружественные ему. Окей. Так, слушай, ну мне надо, чтобы ты как-то помог этого генерала протащить.
Ты его не показывай, кстати, а он его видит, кстати. Он его видит, конечно. Он его видит. Он его видит. Слушай, ну я тут... Блин, вот жалко, конечно, что эта территория не у меня. Да. Какая? Ну вот где Гондор и Зальцбург, там лошади, видишь? Они у тебя, а я их обработать не могу. Ну да. Пустым делом там стоят. Я просто хотел сказать, что я тут убираю крепость, но, видимо, нету смысла убирать, потому что эту клетку нельзя обработать. Так, сейчас мы будем с австрийцем друг с другом соревноваться, кто хуже развивается. А ты надсколишь построил, да? Да. Или можно банзу забрать? Да хотя нет, зачем? Ну почему? Неплохой город с мехами. У нас же мехов нету. Неплохой город с мехами. У меня есть меха. А у меня нет. Нет, их. А нет, возьму? Нет, я вру. Вру, есть, есть. Вообще не хочу честь дальше брать. Вот зачем она мне? Ну не бери, а что тебе сейчас брать? Мореплава не могу взять. Еще в какие-нибудь Голиасы пойти. Ну, хотя тут некуда. Петра в Вашингтоне строится. Ну, она тут... Она вообще на одну клетку только будет работать, да? Она же на поймы не работает? Нет, не работает. Ну, караван лишний тоже. Ну, это да. Ну, а ты можешь, кстати, колосс построить, если мы в него выйдем когда-нибудь. Я хочу оракул сейчас забрать, и я возьму, наверное, молотки тогда с мореходства. Да, да, это хорошая мысль. У тебя в трех городах будет. Тогда можно им банзу взять будет, между прочим. А, нет, даже в четырех городах, еще в Либелла. О, у меня плюс... Они открыли машиностроение? Да. Я все-таки туда пошел. Да. Ну, один ход нам осталось. Потом сразу мастерские. Слушай, ну он не будет... О, все, у него нету денег. Что-то апнул он все-таки. Ну, 3 или 2 там. У него было 230, вот только что я смотрел. И что-то... И ему еще 50 дал... Так, 204 штуки он апнул. 4 арба у него будет. Ну слушай, ну 4 арба, ну не создадут тебе проблем, мне так кажется. Давай мастерские, потом в слонов, наверное. Да. Нотр еще. Ну, нотр подумаем, когда в мастерские выйдем. У Вены пшенички мне обработай. Так, ты мне генерала поможешь провести, нет?
Ну, в смысле, час его вести уже в твою сторону. Да, Лёш, не надо, ты понимаешь, там сейчас его арбалеты пойдут. Мне нужно просто здесь посидеть. Вон он пошел. Заставляется тут. Вон арбалеты. Между прочим, я могу... Слушай, между прочим, я могу тут крепость поставить. Около твоих границ. Оно работает. Ну окей, ты ее поставишь, а толку? Он дань взял, видимо. Да. Сейчас апнет еще апнет, сейчас. Да. Но он ее сломает сразу, ты ее поставишь, он сломает. Так что толку от этого немного. Ну, засвечивать, например, его юниты. Но, а как? А генералы эти передать тоже не могу, что вообще бессмысленно будет там. Попробуй лучше обратно в город себя увезти туда. Ладно. Не забывай, что он бегает по холмам. Я помню, да. Поэтому все так и плохо. Без холмов он бы тут, конечно, ничего не сделал, я думаю. А так у него есть шанс. С другой стороны, у тебя на территории не так уж много холмов, то есть... Жалко, что денег нету никак вообще на апгрейд. Но арбалетом стрелял, ты не знаешь? А, не, он же далеко был, арбалет. Я могу поставить генерала, и у нас будут тут воины, как бы, эти крепостные, я бы сказал. Ну, он там город, наверное, поставит. Да, это да. Лучше береги генералов. Когда вот поставит он город, там, начнет продавливать тебя... О, уже убивает. Я ему двоим-то сейчас убил. Так что это ладно. Сколько? 4 арбалета я вижу только пока. У него минус 32, у меня минус 11. То есть у них науки опять нету, судя.
Скорее всего. Скорее всего. Ну, немножко должно быть, потому что у меня сейчас 68. Мастерские важно открыть. И построить их. Ты знаешь, какой сразу буст по... Блин, нифига он дамажит. Напоминаю, что он по холмам круто бьет, а по равнинам не очень. Так что тебе лучше как не раз... То, не то, что он бьет, он бегает по ним, в смысле. И бегает, что, у него еще бонус. Туда? Нет, бонус еще Килиманджаро дает еще и бонус на холмах. А я что-то не думал об этом даже. 5 арбалетов. Против арбалетов, конечно, тяжело. Ну, ты сейчас тоже строишь их. Я их только строю, они тут они уже подходят. Может, стоило все-таки честь взять. Он-то быстрее генерала будет фармить. Да. Но молотки мне тоже не помешают. Да. Сколько я получу? Да. 12 молотков. Знаю. Да не кушай же себя, ты уже взял и взял, фиг с ним. Не, ну я могу, у меня через 2 хода только. А, ты будешь брать? Я бы честь взял, понимаешь, тут смысл в том, что ты же берешь то же самое, что и у соперника есть. То есть ты как минимум минус уже не получишь, у тебя будет то же самое, что у него. Ну я вот так размышляю. А что тут за дорогой ниже Зальцбурга была? Это что, это какая-то обходная Австрия? Да, да, тут выходил, и он строил тоже. Надо удалить будет. Тут еще какие-то дороги есть разграбленные, так их не особо видно, знаешь. Я могу поставить крепость, получить деньги и апнуть двух. Двух, да? Двух меткалуков. Ну подумай, чтобы ее так поставить. Слушай, вот знаешь, вообще крепость, если ставить, то ее нужно ставить так, чтобы я как можно больше новых клеток получил. Чтобы он город не смог поставить, да? Где-то. А тебе не кажется, что так поставить, чтобы... Вот смотри, если ты поставишь слева от Адвы, вот на соседней клетке от меткалука. Ну, он, да, он урон получит. Там обстреливается легко, я не могу стрелять почти. Там у него 2 холма еще сзади есть, с которых он может стрелять. Хорошо, где тебя тогда ставить? Я вот думаю. Вообще на каком-нибудь холме выше, наверное. Где он вообще? Он со всех может стрелять тут. Где он может город поставить? Он может поставить город вот в проходе от Бостона, да? Да, может. 3. Он может поставить? Вот он. Да, ну вот, собственно, либо здесь, либо на клетку ниже. Наверное, он даже на клетку ниже будет. Там, где арбалет стоит. Там будет ставить. Ну вот я поэтому и хотел тут города поставить, чтобы ему их не было там удобно. Слушай, ну подожди, ты же всегда сможешь... То есть он будет ставить крепость, конечно. Да. Он... Я тогда честь возьму все-таки. Так, генерала заказывали. В каком смысле? Получил генерала? Ну, я честь взял. Угу. Ниже он пошел ставить. Ну, это логично. Это ближе, он может там поставить.
Где еще? Раз, два, три. Он может поставить там, где вот лагерь вот этот варварский. Ну, его явно там нету. Даже да, наверное, он там и поставит. Проблема у них сейчас в том, что... То есть вот это их последний штурм. У них просто не будет развития, а у нас оно еще есть. То есть, если вот сейчас тебя Сириус не продавливает на арбалетах. Я даже не знаю, может, и нету смысла в слоны идти, а идти в... Не, я думаю, надо в рыцарство идти сейчас. Все-таки в рыцарство? Даже, мне кажется. Послушай, и даже без подожди, ну, смотри, два я сейчас хода. Не буду строить мастерские, Леша. Мне... Да, но а мне я их не буду строить, потому что... А я буду. Нам два хода буквально. А до рыцарства три техи, то мы будем еще очень много ходов идти. Ты сейчас не будешь мастерские строить, но они, во-первых, я могу их построить, то есть у меня будет производство хотя бы, я смогу тебе арбалеты фигачить. Чего, кстати, не будет у австрийца. Да я уже даже прямо сейчас начинаю уже арбалеты строить. Прикинь. Ну, хорош, хорош. Не зря все-таки со мной в команде. Чем-то пригожусь. Ну, на следующий ход будет крепость ставить, скорее всего, вот на лучника битого своего. Да, да, именно так. А у тебя там один генерал? Нет, два, да? Подумай, то есть он ставит... Город, там ты крепость, ты ее обратно отъедаешь. Куда он сможет тогда? А, вон у него сверху еще генерал. Жалко, я тебе никак своего генерала не правил это. Так, ставит крепость, окей. Ты ставишь, отъедаешь, получаешь соточку, можешь апнуть. А что ты ничего не получил пока? Гликарназ же у тебя, Лёша, как мы играем? Блин! Вот мы два мудака. Да, супер команда. Сейчас из плей-оффа выйдем. Ну и в плей-офф, подожди. Ладно, ой, блин. Слушай, так может я поставлю тогда крепость? Пофигу где, и дам тебе эту сотку. Ну что на этот генерал варится? Ну серьезно. Не, если мы оптику откроем потом, ты сможешь мне его отдать. А ты сотку сейчас уже получишь, и у тебя будет уже как минимум... Один этот апну. Ну. Да, ну это сказал. Бред, конечно. Это-то мы сыграли, так классно сыграли. Играем, да? Да. Ты мне там... А что он будет с верхним генералом делать, интересно? Где ну... он отъедать собрался и что? У меня вообще такая идея есть. Если он подведет отъедать генералом, то я просто крепость свою сломаю и все. А вот три, офигеть! Офигеть. Ты видишь, да, что там еще генерал? Где? Не вижу. Пока да только одного. Слева от Адва еще. Вот мне не видно его. А вот теперь вижу. Где он ставить только собрался? Наверху там на холме, что ли? Предложение прими.
Около вены рабочим сделай что-нибудь, например, слонов обработай. Все, я везде пагоды купил. Не убивай его коня. Пускай стоит. Я сам думаю, что делать надо. Вот как он потратил крепость, считай, в никуда сейчас. Я так думаю. Ну, стой пока вот так. И он должен сначала что-то... Так, аккуратно там сверху. Он что-то должен делать. Ты ожидай его действий, потом... Я понимаю. Сейчас он у пока него больше ничего не генералов, делает. То есть он диктует правила сейчас по генералам. А далеко тебе до генерала? Пошли. Да, еще 400 опыта. Фигово. Он с тобой-то там не тратил почти генералов, а я сколько? Троих, наверное, а, ну да, тратил да, с этим. Да, именно так. Ну вот куда он может поставить? На место меткалука может поставить, ему неплохо будет. Вверху. Вверху. Может, ну, конечно, он, скорее всего, вверху поставит. И вот там у него стоит, где арбалет на этой шахте, то есть тебе бы туда... Тебе бы туда поставить, но явно будет ту... Сейчас, думаешь? Не, не сейчас, не сейчас, когда он поставит. С другой стороны, ты можешь потом поставить вот там, где у тебя меткалук стоит, под двумя крепостями, потому что он это все отъест вокруг. Ну, блин, ну как они видят такие... Еще два! Не, ну тут, конечно, ничего не сделать. Где еще два, я не вижу. Да вот они стоят у Светла, еще два. Так я два просто, двоих просто вижу. Да, два генерала еще. То есть он одного-то поставил, было два, и сейчас еще один подошел. Ну, пускай ставит. Можно вообще превентивную меру сделать, отдать ему адву, потом обратно забрать, и вот тебе все крепости обратно вернулись. Ну, это слишком. А чё слишком? У него нету экономики вообще. У него нету экономики. У него нету развития, он ничего не может открыть. Да, вот тут. Мне надо меткалуков поотдавать ему. Потому что у меня места просто нет, а тут одни меткалуки да, стоят. Да, да. Тоже вариант. Офигеть, я бы сказал. У него сейчас два варианта, куда крепость ставить. Либо выше Адвы, либо ниже Сиэтла там. Ну ты понял, где. Он будет выше Адвы ставить. Ему два хода надо, чтобы довести и поставить. Но он будет туда ставить. А еще у него есть вариант рабочим убрать крепость там, где стоит. Да, и я также хотел сделать сейчас, но не успел. Thank you.
Это очень плохо. Что именно? Что я остался без крепости сейчас. Коня нечем убить. А он с ум... А, он не умрет, да. Сильно по армии отстаешь. Живешь. Кстати, он же не знает, что у тебя нету генералов. Не знает. Он не видит их. Ну он, да. Скорее всего, раз он так не спешит, значит, он думает, что... Ну, не то, что он даже думает, что... У него он один, скорее всего, он не хочет так тоже рисковать. Куда он арбу девает? Он отвел его просто или что? Ну, видимо. Он же по горам бегает. Как по дорогам, блин. Так, по армии я, ну да, сильно отстаю. У меня 41 тысяча, у него 55. Ну это все арбы. У тебя пока два арбалета, да? Для слонов потерпеть. Со слонами от дефа. Ну вот, как минимум, для слонов мне мастерские нужны. Блин, ну я рабочего тратил. Ну, и рабочего тратил уже. Ну, че я спешу так? Что? Что случилось? Я... Ну, видишь, он сейчас крепость поставит. Плохо. Зря я поспешил так. Ты там заснул? Да не заснул, Леша, я не успеваю. Просто я пытаюсь подумать, что делать. Ну, он выигрывает, потому что у него генерал просто лишний есть. Плюс у меня опять рабочий зачем-то там стоял. Ну, я уже не знаю. Я посыпался. Соберись. Я тебе говорю еще раз, мы можем отдать Адву, обратно ее вернуть, и все эти крепости тебе перейдут. Ну не все, там первый радиус уже, нет? В любом случае это легче будет. Чем вот так сливать армию. У него нету развития, у него минус 46. По деньгам. У тебя...
У тебя будет даже армия такая же, как у него, у тебя все равно будет в плюсе, потому что у тебя Мачу-Пикчу построено. Я тебе следующим ходом уже арбалетов поведу. Жаль, рабочих нельзя ГГшки дарить. Нельзя. Блин, ну сходить хочу, но уже 10 секунд, типа, сейчас там начнется. А на следующий ход попробую. Подожди, он сразу смог рабочего удалить? Куда он его дел? Почему он так сделал? Я не знаю, как он это делает, Лёш. Где рабочий? Я извини, я не смотрел просто. Смотри, я поставил рабочего ему на крепость сломанную, чтобы он при захвате не смог с ним ничего сделать и, соответственно, починить сразу. А он его захватил, и он куда-то делся. Можно нет, ГГшек я у ГГшек не забирал рабочего. Не знаю. Просто смотри, починил. Вот что я с этим делать могу? Ничего. Ну, рабочие не дарят ГГшку. Сейчас вот проверил. Ну, вот как? Вот почему? Я то же самое мог сделать. Я думал об этом, как это сделать. ГГшки я подарить не могу. Удалить не могу тоже. Ну, что за фигня? Почему он смог, я не могу. Он же не убивал его, как бы. Он захватил и это. Интересный вопрос. Построй юнит. Ой, слушай, там сверху трирему варвары оплывают. Построй какой-то юнит, чтобы адву отбивать. Ну, в принципе, трирема можешь, да. Вот как он это сделал, мне вот интересно. 12 секунд. Ладно. О, я генерала получил с чести.
Слушай, а у австрийца ты не захватывал рабочих? Ну, захватывал. Значит, это австрийский рабочий, он его вернул австрийцу. Ну нет, я не помню точно. Да, может быть такой, может быть, что ГГшки. Типа, может, в стрицу ГГшки забирал. Понимаешь, если бы это Все был может быть. ГГшка, то он бы тут был виден нам, он бы стал ГГшечным, но он бы тут ходил. А так как это австрийский, то он тупо ему вернулся туда. А может, он влево туда вон кинулся к нему у Сиэтла. Ну или так. То есть это, видимо, не твой рабочий был. И вот тупо, что это нельзя посмотреть никак. А вот, по-моему, в четвертой или в третьей циве там было важно, чьей национальности рабочий, потому что они там хуже работали тогда. И там было написано, вот он у тебя, но это типа там австрийский рабочий. А здесь захвачено и все, и не пойми. Я австрийца по производству в полтора раза опережаю. Даже без мастерских. Слушай, ну тут надо терпеть 12G, то слушай, ну... Потерпим. Тут вот это... Даже если Адву возьмут, отбить... У них нету развития, нету, нету, у них нету науки, ничего у них нету. У нас даже мастерские уже есть. Около Гондора подарил тебе генерала. Это очень хорошо. Австрияк-то, кстати, не набивает там генералов. Нет, так я с чести Ну, сейчас взял. этого генерала, если потерпеть, да. Только мне нужно... Там место есть для крепости одно еще, вон сверху. Может, на него как раз и поставить попробую. Ну, я не смогу там поставить, наверное. Слушай, а сколько оптика открывается ходов? Два. Тебе не кажется, что эти два хода стоят того, чтобы привести к тебе Давай, я генерала? нажал уже. И потом сразу автоматом кавали эту рыцарство ставь. Ну, все не ты с хилками, я не понимаю. Я тебе расскажу, у него уже честь, он третью взял. То есть он взял military units на 50% больше экспы получают. Ну, то есть он в полтора раза быстрее лечится. Это вот все твоя одна традиция, видишь? Так И бы мог. мореплавание. Ну, мореплавание, ладно. У тебя же все равно там есть какая-то честь. Вот не было по одной традиции, у тебя бы тоже две чести было. Ну и через ходов 7 возьму, наверное. У тебя что со счастьем? Ноль. Хорошо.
У меня еще два генерала. В смысле еще два генерала? Ну, двое еще отрядился один. Ну, отлично. Сейчас еще приплывет один. Слушай, ты с... А, блин, тебе надо три ремуадву отбивать. Хилка опять у него была, у него бесконечные хилки. Коня привел. Слушай, а что у тебя с верой? Ты не хочешь там миссионеров или хотя бы пророка и пообращать города, чтобы австриец не купил? Я уже купил. Ну, в принципе, я смогу на следующий ход забрать. Адву? Обратно. Угу. Обратно, да, думаю, смогу. Или вдруг я его сейчас перекликаю на коня. Как бы не могу много кликов делать, но как только один будет, я сразу кликать попробуй дальше. Попробуй. Ну, тем более у тебя стена, то есть у тебя сейчас похилится что-то, он не может сразу. Хотя я думаю, что у коня хилка. Ты только тогда не это... Конь один раз проатаковал, я по нему не стрелял, то есть у него сейчас должно быть 7 очков. Но если что, ты не улетай в верхние слои атмосферы, хорошо? Убил. Молодец, видишь. Второй конь. Убивай его. Молодец. Где третий конь? Нету третьего коня. Вот ты конелюб какой. Оптика открыта. Так, генерал к тебе поплыл. Поставь сразу. О, один ход всего гражданская су. Слушай, ну. Сейчас еще пикинеры будут. Ну, это не самое лучшее, конечно. Вообще по науке, да, мы их сильно уже опережаем. Там минус 48 у него. Ну, ты прав, да, насчет того, что без науки. Короче, если до слонов сейчас потерпим, слоны здесь очень сильно помогут. Интересно, как они у меня будут строиться. То есть я, только же я их смогу строить. Они 80 да. Производства, так? Ну, посчитай. У меня, например, так, в самом большом городе 12 производств, ну, 13 производств, это без мастерских еще. Мастерская это плюс 15 производств и 10%, ну, 17 производств, предположим. Адву забрали. Быстро он это сделал. Да, но видишь, не все тебе вернулось. То есть у меня слоны будут ходов 7 строиться. Нет, 5 ходов, наверное. Ну, нормально. У него еще конь есть. Ну, не сомневаюсь. Три рема бахну лучше. А три рема, кстати, мне не добежит за один ход. А, конь два хода. Миссионеры, не забывай. Я походил, мужик. В Адве что-нибудь удали, какие-нибудь здания. То он это явно делает. У меня же караван еще из Адвы ходил. Ну, это уже... А, кстати, я же еще караваны могу построить на производство. О! Я и забыл совсем про них.
Блин, а как мне там генералом проплыть, чтобы он его не... Так. Австриец сжег один город. Видимо, он тоже строит нацколледж зачем-то. Ну вот зря, мне кажется. Он не даст там много науки им. То есть австриец сжег один город для того, чтобы у него была возможность нацколледж, видимо, Думаешь? построить. Ну, это единственное объяснение. Я не вижу смысла было сжигать тот город. Он неплохо стоял. То есть у него осталось просто три города и все. Вообще, по-хорошему, мне одну крепость сверху воткнуть, и я все заберу почти. Или свою сломать и заново поставить. Вот это я сейчас придумал гениально. Только Да. надо с рабочим что-то сделать. Да, только надо, чтобы надо у тебя не забрал. Это да. Верно. Так, ну что, 8 ходов до слонов. Вполне, вполне. Я как раз производство подниму у себя. Так, а чем там так слоны крутые? У них 25 сила и перемещение на 3, а рыцари 20 сила. А, то есть у меня слоны на четверть сильнее. Сильно они там, очень сильно. Сверху забежать может. Он ко нему успел убежать и не заметил? Я не смотрел, извини. Кстати, смотри, там что у меня у Адвы-то. Клеточка моя теперь. Какая? Где я могу крепость поставить? Ну. Отлично. Блин, мне только надо, чтобы ты вот этих сверху арба как-то убрал, а то я не могу провести генерала. О-о-о. Что? Что? Ну, то, что он может генерал-то убить. Ну, пока не может. Ну, потом как-нибудь, наверное. Пусть пока ты это не... Он пока тут отведи стоит. Отведи лучше его пока. Этот генерал сыграет свою роль. Сколько он пережил. Но они до сих пор даже этих не открыли. Ни драму и поэзию не открыли, ни гражданскую, ну, гражданскую само собой, не открыли мастерские, нифига. Слушай, тебе не кажется, что тебе вот теперь тебе стоит мастерские построить вот после всех твоих... Вот у тебя сейчас арбалеты закончатся в... Так мне нужны еще арбалеты, Леш. А тебе кажется, их тебе уже мне некуда не нужны ставить? Мастерские. У меня пока есть, так они умирают быстро. Смотри, сейчас эти арбалеты получат урон. Я их отведу. Ладно. Нижнего на арбалет. Я не настаиваю.
Ну, походу, ты отбиваешься. Только вот этого бы арбалета у Адвы убрать как-то. Встань на клетку, сейчас захватит Адву. Леша, да, я вижу. Фух. Ну, мало ли. А я могу, кстати, встать лодкой и блочить ему этого. Ну, там крепость, правда, неприятная очень. В смысле лодкой встать и блочить? А лодкой на рыбу встать, и он конем не сможет пробежать, там зона контроля будет. Ну, там крепость, да, не надо. То есть, если ты этот арбалет убьешь, то я к тебе генерала приведу. Так уж и быть. Блин, а мне стрельнуть нечем по ним. А, нет, есть. Или нечем. Или есть. Или нечем. Если я его убью, поставлю крепость там выше. Слушай, а если не убьешь, то не поставишь, наверное, да? Да, все вот так. Как все сложно. Это на самом деле просто. Опять у меня no science. Но я, правда, мастерские построил полностью. Во всех городах, так что... А я еще сейчас могу тогда и этот построить. Как его? Литейку. Так, не убил ты арбалета, да? Ну, а ты не... Нечем. Мне юниты не в курсе, стрелял он или нет? Им? А, знаю. Ну, блин. Все равно у него зона контроля, поэтому... Слушай, если я сейчас прыгну, ты сможешь в начале следующего хода его убить? Вот самое главное. Или у тебя есть какое-то более важное в начале хода? Сейчас он будет ходить, смотри. Я не знаю, Леш. Просто я могу вот прямо сейчас с генералом я встать, убить в начале а хода. Потом... Ну тогда я прыгаю генералом. Он не должен убить. Блин. Ну, успеешь. Я стрельну, ты веди. Блин, убил. Ну, не прав я тут. И он твоего генерала убил? Я генерала потерял. А как? Ну как? Ну вот так вот, Лёш. Ну а почему ты ставишь генерала, сначала генерала, а не юнит? У меня был юнит там. Долбанное фаст-кликание, это вообще никакой стратегии нету. Не, я сам виноват здесь. Вон, у меня все арбы падают, видишь? Ты хочешь, чтобы я их не строил? Ну мы сейчас два генерала слили на ровном месте. Ой, блин. Американец первый по производству. Да, я отстаю сильно. Ну, на 15 молотков примерно. Ну, у меня 59 производства. Это много, на самом деле. Ну, это мастерские везде. Ну, для тебя, в смысле, что ты там с чужими городами сейчас сидишь. Ну, да. Ну, я просто в два раза опережаю австрийца. И мы на 5 наук опережаем их. Так, слушай, а что это мне надо начать, чтобы... Что мне надо строить? Это мне всадников надо строить, чтобы они в слоны встали, да? Да. Всадников или коляски. Ну, коляски меньше молотков стоят. Так что всадников. Кстати, слоны не требуют лошадей, по-моему, да? Да. Не помню. Ну, у нас да. Самих достаточно. Ну, как достаточно? У меня только 3 лошади. На этом пока все. Не забудьте заглянуть на сайт consolewar.ru, а продолжение этой партии завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк.
а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.